Всем привет, дорогие друзья, с вами Вадим 44, и да, я выложил это сегодня, хотя серия вышла завтра. Опять я оговариваюсь. Короче, я не выложил реакцию вчера из-за одной причины, а именно из-за своего хейтера, который не испоганил мне все, настроение, чтобы снять реакции. Я его даже сейчас выведу на экран. Вот именно из-за этой твари я не смог... Я не хотел просто снимать видео. И если ты это смотришь, то... Если тебе не нравятся мои реакции, то просто не смотри их. Не смотри на мой канал и все. В чем проблема? Кто тебя заставляет? У меня только один вопрос. Ну что ж, а мы смотрим. Сначала мы смотрим Геранда, серия «Вторжение анти-монстра». Вот почему-то у Геранда постоянно «анти» выражено большими буквами. Не знаю почему. Вот этот новый симбиот. Ну я, в принципе, чуть-чуть шарю в симбиотах, ведь смотрел фильм «Веном». Я его убил, а тебя не трону. Ну, этот симбиот добрый, в отличие от Венома и Карнажа, которые жрали все беспощадно. Мне кажется, его прислали с одной миссией — уничтожить Венома. Ну-кась. Воу-воу-воу-воу. Как же много тут исов. Сейчас все быстренько затянется. О, сейчас с орудия. Шмалять. Оу, пробили. Но это все быстренько затянется. Плюх. А чё, снаряд такой мощный у Геракла, оказывается. Приехал. Антивеном. Оу. Здорово. Кстати, Веном пока что единственный симбиотов, который не говорил. Карнаж говорил, вот антивеном сейчас вовсю разговаривает, а вот... Веном молчит. Так. Ничего себе. Слай тут сдирает ему. А вот неинтересно, этот антимонстр заодно с Карнажем или же против него? А вот всю эту эпичную битву мы увидим в следующих сериях. Геранд, ты меня не удивляешь. Ни капельки ты меня не удивляешь. Но мы идем дальше. Следующий у нас Home Animation серия «История создания города танка». И насколько я понял, это серия про Форт Пост Апокалипсис. Кстати, тут внизу написано в дурку его. Вы, конечно, это не видите, но все равно. Все равно на обложке было так написано. Давай погромче. Да, как я и думал, это про Форт Пост Апокалипсис. Куча работы. А это нам пригодится. Кстати, я вообще... Я не одобрил вообще такой план, типа то, что герои разговаривали.
Ну кому она не первые два сезона тупо молчали, а тут в третьем внезапно заговорили. Не знаю, как вы, но я. В принципе, это резкий переход, но все же. Так, сейчас будут чинить Гора. И не только Гора, и Т-54 тоже. Такс. Ну-ка, сейчас зарядят. Вот, сейчас еще. Теперь Гор тоже может использовать щит. Мне интересно просто. Опачки. Вау, какой красивый портал. Куды? Куды пылесосишь? Опять этот звук. Это типа новое испытание или что? Лучше отъезжать, а то сейчас эта махина вас раздавит. Не доехала. Оп. Вы пришли убить меня? Зачем? Нет, мы даже не знаем, кто ты. О, у него, кстати, палочка. Или это просто сломанная... на ствол. Ёпсель-мопсель. Что это за место? А, сейчас я вам все расскажу. Вот сейчас будет история. Когда-то давным-давно, еще до войны и взрывов, советские ученые решили создать мегабункер как раз на случай апокалипсиса. В процессе они несколько раз меняли план бункера, расширяли его, что-то добавляли. В общем, в итоге сделали не просто бункер, а самый гигантский город-танк. А-а-а, то есть все эти малыши вот эти вот, это все советы получается? Блин, я делаю выводы, не досмотрев до конца. Просто передвиж... Ну, это точно... Интересно, а вот этот вот малыш, который вместе с Т-50, он тоже, он интересно, он изгой или с этой, с этого бункера, или же сам по себе выживает, не связано с этим. Во время войны они собирали туда всех раненых, искалеченных и несчастных. Вот даже. Все. Как только прогремели взрывы, они закрыли все двери и долгое время жили в этом бункере в мире и спокойствии. Так было, пока не появился он. О-хо-хо! Один немецкий офицер как-то пронюхал про этот бункер и перед самыми взрывами пробрался внутрь. О-хо-хо! Он нашел себе союзников, пообещав красивую жизнь, подобрался к главнокомандующему и захватил власть над городом. Оу. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Когда это произошло, все изменилось. Некоторые присоединились к нему в основном от страха. Блин. Т-34 за что? А тех, кто был против его безумных идей, он разбирал и собирал сотни раз, пока те не сходили с ума или не становились его рабами. Но, как ты понимаешь, власти не бывает много. Как только он сделал рабами всех, кто был в бункере, ему стало скучно. Начал... Короче, даже по телеку ничего не показывает. Ох-ох-ох. Он создавал монстров из своих рабов, находил выживших на пустошах и пускал к этим монстрам на растерзание. О, да-да-да, ой-ой-ой-ой. Блин. По всей видимости, вы одни из выживших.
Да, это все интересно, но я спрашивал, что это за помещение. И что был за портал? Это моя темница. Я был правителем этого города после апокалипсиса. Но тот... Это что, выживший Т? Т-3485? Еще я знаю их модели. Самый офицер сверг меня и заточил сюда. Ого, тогда мы вытащим тебя отсюда, и ты снова будешь править этим городом. Не, не получится. У него глаза, кстати, поменялись. А, это от света. Да, тут недавно что-то капало с потолка, что-то вроде топлива, но какого-то странного цвета. Я хотел изучить эту жидкость, но как только дотронулся до нее, она исчезла. Фантомная жидкость? А, не. Ёпсель-мопсель. Вот это да. Да. Ну, всё-таки генерал выжил. И... Но то, что с ним сделали, это вообще ужасно. Короче, не знаю, как вы, но эта серия мне реально понравилась. Там рассказали нам про этот бункер на колесах, точнее на гусеницах. А кто, откуда взялись вот эти вот, которые похитили главных героев? Что это за шоу и что тут вообще происходит? Но то, что американец с немцем, это меня поразило. Ну и последний на сегодня у нас финальная битва КВ-6. И он наконец-то выберется из этого места. Кстати, читер Вафля. Еще какой-то тут Люцифер присутствует. Стоит и Шелли из Бравл Старса. Вафантрагер. Подпишись. Уже давно это сделал. Ёпсель-мопсель. Ухо-хо! Давай, кидай ему. Это броня? Реально? Ёпсель-мопсель! А, вот что это такое. Ты какой палец ему показываешь? Еще щит есть. Вообще... Ух. Я хотя зря стреляю. Так. Воу-воу-воу-воу-воу. Здорово! Ёпсель-мопсель. Интересно, он выиграет или нет? Ему нечем просто стрелять уже. Паук! Паук все затащил. Во-хо-хо-хо, какой тебе кроша сильный. Здорово, СМК. Да, что вот эта вот модель, сейчас покажу ее. Блин, не показал все-таки. Ну, тот совет, который вы видели в конце, вот этот. Это СМК. Вообще эпичная серия у Вафантрагера получилась. Ну что ж, я с удовольствием жду продолжения. Ну а на сегодня все, с вами был Владимир 24, всем удачи, всем пока.